Говорили о суммах, но у нас на теории называли сумму произведений. Значит, есть еще и произведение. Понятно, что действительно целое число можно не только складывать, но и умножать. То есть можно также вести операцию умножения. Да? Это множество всех чисел, которые представляют себе элемент А, множество элемент Б. Но можно, понятно, и также определить частное. Да? Ну, делить нужно на все элементы B, которые не нулевые. Можно рассмотреть не суммы, а разности множеств. Можно даже как-то комбинировать эти операции, рассматривать что-то вроде, скажем, AB плюс C. Вот. То есть это множество, которое получается умножением элементов A и B, а потом к этому множеству я еще и прибавляю. Понятно, да? Ну давайте посмотрим на наши примеры. Давайте я начну со второго примера. Значит, что такое будет, если b умножить на b? Кто скажет? Что можно сказать про это множество? b у нас, я напоминаю, это вот такая геометрическая прогрессия 10, 100, 1000 и так далее. 10 в квадрате, 10 в четвертой и так далее, 10 в степени 2. Да, молодец. 10 в квадрате, 10 в кубе, 10 и так далее, 2. Ну, получается, что на самом деле ничего нового не произошло, да? Мы же рассуждали про множество А, которое есть арифметическая прогрессия, которую мы сложили с собой, да? Ну а если мы перемножаем геометрическую прогрессию, значит вот степени будут складываться, правильно? Хорошо. И значит, смотрите, как получается. Вот сумма b плюс b, она квадратичная, как вы посчитали, n на n плюс 1 пополам, да? А b умножить на b, это по мощности 2 n плюс 1, это линейная вещь. То есть наоборот, у b суммы большие, а произведение. Хорошо, то теперь давайте посмотрим, что же будет, если я А умножу на А. Я напоминаю, прогрессия, да, 1, 2 и так далее, отрезки. Но что такое А умножить на А, это уже более хитрый вопрос. Смотрите, вот раньше, когда мы складывали B, да, у нас возникала система счисления с основанием 10, мы говорили, что вот 10, значит, появляются все числа, у которых на это нажито вместе единицы. Ну, если вижу, совпадает там двойка. Да? Вот. И эти числа без повторений появлялись. Ну, кроме тривиальной ситуации, когда и же переставлены друг к другу. Правильно? А здесь произведения А на А могут быть совпадения. Правильно? Ну, например, как тут может быть? Ну, например, возьму я n равное 100. Да? Ну, может быть, что там? 9 на 2 равно 6 на 3. Правильно? Вот. И значит, неправда, что значит, вот какие два элемента А и Б, какие два элемента, может, 2 я не возьму, то вот возьму там x и y. То x и y, так сказать, произведение x и y записывается одним способом. И одни, вот, 9 на 2 равно 6 на 3. Понятно, да? Поэтому уж точно неправда, что все произведения здесь различные. Вот пример, да? И сколько элементов множества А умножить на А, это совсем нетривиальный вопрос. Давайте его сначала проинтерпретируем немножко по-другому, а потом я скажу, что про это известно. На самом деле этот вопрос про таблицу умножения. Давайте рассмотрим таблицу умножения 1 на n. Ну то есть, что за таблица умножения? Я вот рисую такую таблицу, и на итом умножительном месте произведение и на жи. Да? Здесь вот будет единица, 2, далее, здесь тоже будет 2, далее. Здесь вот, например, будет стоять n квадрат, да? Потому что n умножить на n. Понятно, да? Вот. И теперь получается, что вопрос о том, какое А на А, да? Это вопрос, сколько различных.
моментов я в этой таблице встречу. Правда же? Да? Ну вот, таблица умножения бывает одинаковые элементы, 9 на 2 равно 6 на 1. Этот вопрос нетривиальный, ответ на него впервые получил Эрдош, кажется, в середине прошлого века. Он доказал, что число элементов а умножить на а, оно, вот как, так сказать, мы здесь написали n на n плюс 1 пополам, это неверно, то есть это меньше, чем n на n плюс 1 пополам, да? Более того, это меньше, если я двойку заменю на любую константу c, ну, при достаточно больших n. То есть, если я возьму достаточно большую таблицу умножения, то число различных произведений в ней будет n квадрат поделить, скажем, на миллион. Вот. Использовал он в доказательство утверждения интересное теоретико-числовое наблюдение. Я не буду про это, так сказать, прям подробно говорить. Вот вскользь. Ну, если мы посмотрим все числа от единицы до n, то тогда для большинства из них, что же для большинства из них, скажем, для 99% из чисел я могу посчитать количество простых делителей. Это будет какая-то функция от n. И несложно сообразить, что если я перемножу два числа, то число простых делителей увеличится там в два раза, не больше. Правильно? Получается, что если а на а достаточно большое, то тогда, значит, в отрезке от единицы до n квадрат число простых делителей должно возрасти, так сказать, в два раза. Ну а если посмотреть на эту функцию, она равна логарифм логарифм m, то от перехода к n к 2n она растет не в два раза, она растет совсем не в два. Вот такое вот доказательство, это не нужно запоминать, как интересно. Сейчас известен истинный порядок роста вот этого произведения, оно а квадрат поделить на логарифм а в степени c, c констант. Это так для сведений, это нам не нужно. Можно просто запомнить, что количество чисел в таблице умножения, оно не а квадрат, как вот в геометрической прогрессии, а гораздо меньше, но, господи, не одно, но. Вот. Хорошо.